Торговом центре Афимолл Сити состоялся завершающий тур танцевального проекта «Star Dance». Команды-участники пробовали свои силы в нелегкой борьбе за главный приз – 300 тысяч рублей. Кроме того, победители также смогут поработать с известными музыкантами. В жюри были приглашены селебрити и педагоги ведущих танцевальных студий. Именно они и выбирали лучших из лучших. Условия участия были одинаковыми для всех и очень простыми. Нужно было просто зарегистрировать свою команду на сайте и разместить видеоролик. Дальше 16 лучших из них начинали борьбу в нескольких турах. И вот в финале в главной битве осталось 5 самых сильных команд, которые соревновались в мастерстве и разнообразии акробатических элементов. Конечно же, лучше всего талант участников проявляется в батлах, по итогам которых лучшими стали OBC Crew, которые и получат 300 тысяч рублей. На эти совсем не маленькие деньги можно будет как следует прокачаться у лучших мастеров, и, возможно, скоро мы все о них еще услышим.